Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Subaru Legacy. Ремонт переда. Если вы хотите узнать историю автомобиля, вы можете это сделать с Car Vertical. Сайт поддерживает много языков. Например, захотели мы знать историю BMW 3 серии. Вбиваем VIN-номер и получаем кучу информации. Ну и сразу мы видим, пробега могут быть проблемы, в угоне не было, была в ДТП, такси не было. Информация о продажах, техосмотрах. Информация, ворованный или нет. Информация о пробеге. Ну и информация об аварии. На эту машину есть фотографии. Вот такая она была. И вот такая она на данный момент. Car Vertical. Ссылка в описании. Итак, начинаю ремонт. И первым делом разбираю передок и устанавливаю машину на стапель. Несколько деталей я не могу снять. Надо немного подтянуть левый лонжерон. Итак, вытягиваю и удаляю поврежденные детали. Теперь я вытягиваю телевизор и затем удалю его. Телевизор удален, теперь вытягиваю левый лонжерон. Делаю первое измерение. Я имею размеры этого авто. Найти размеры можно по ссылке в описании. Немного надо подтянуть правый лонжерон.
удаляю еще несколько деталек. Итак, лонжерон не такой, каким должен быть. Он немного согнут. И согнут в хреновом месте. Для ремонта мне надо удалить кусок лонжерона. Теперь буду пробовать выравнивать. Размеры в порядке. Теперь удалю часть левого лонжерона. Я его заменю. Для замены у меня есть этот кусок. Теперь я имею нужные детали. Я устанавливаю лонжерон и затем свариваю его. Некоторые детали мне надо отравнять.
Сварочные работы закончены. Замененные детали покрашены. Внутренние полости обрабатываю антикором и затем собираю. Моя работа закончена. На эту работу ушло 58 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!